Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, я рад приветствовать всех, кто откликнулся на нашу новость. И те предприятия, которые входят в состав Белорусской торгово-промышленной палаты, а это почти 2500 от индивидуальных предприятий, предпринимателей, до наших крупнейших флагманов нашей промышленности и всех тех, кто, может быть, из любопытства отозвался на эту новость. Мы рады вас всех приветствовать, потому что главное слово в деятельности нашей палаты – это содействие, содействие бизнесу. Поэтому все, кто готов с нами сотрудничать, кто готов с нами разделить наши новые проекты, мы рассчитываем, что это будет полезно для всех, для вас и для Белорусской торгово-промышленной палаты. Несколько дней назад мы провели заседание нашего совета палаты в удаленном режиме. И я хочу воспользоваться возможностью поблагодарить членов совета за очень такой динамичный отклик и ваши предложения, которые будут положены в основу развития, стратегического развития палаты в ближайшие годы. Но те, кто смотрел то наше видеообращение, наверное, могут вспомнить, что мы пообещали в ближайшие дни провести целый ряд вебинаров, стрим-семинаров, семинаров в онлайн-режиме, которые будут посвящены тем возможностям, которые палата сегодня может предоставить нашему бизнесу. Они по-своему уникальны, эксклюзивны. И вообще я хочу сказать, что палата – структура уникальная и по своей истории, и по современному состоянию, по своей многовековой истории. Достаточно посмотреть на наши символы, которые свойственны палатам всего мира. Они уходят в далекие античные времена. Но сегодня наша ценность в том, что мы являемся частью большой глобальной сети торгово-промышленных палат, которые есть практически в каждой стране мира. И все они, как правило, очень влиятельные, очень солидные структуры, которые работают на сопряжении государственных органов и интересов бизнеса. Это наши партнеры, и мы знаем, кто наш партнер в каждой стране, потому что мы работаем на принципах взаимодополнения, на принципах взаимности, и в этом наш ресурс. И нам хотелось бы в ближайшее время представить вам, уважаемые коллеги, уважаемые друзья, профайл наших основных услуг, которые свойственны торгово-промышленным палатам традиционно, и которые сегодня мы рассматриваем уже в контексте современного дня и в контексте тех сложностей, которые испытываете вы, ну и практически бизнес по всему миру. Поэтому мы и пожелали вам представить эти услуги, эти скорее возможности, а не услуги, которые мы можем предложить сегодня бизнесу, представить краткий профайл каждой такой возможности, представить в современном контексте уместно, актуально, и, я надеюсь, полезно. И начнем с того, что 12 мая наш первый стрим-семинар будет посвящен выставкам. БелТПП является национальным координатором выставок за рубежом, и одновременно мы также являемся организационным и информационным гарантом Межведомственного совета по выставочной деятельности внутри страны. Но мы все понимаем, что выставки сегодня остановлены практически по всему миру. Что происходит сегодня и что будет завтра? Давайте поговорим об этом вместе, и наши ведущие специалисты вам представят этот стрим-семинар. А уже на следующий день поговорим о нашей традиционной услуге, но очень важной. Сертификат происхождения, сертификат собственного производства, который мы по закону выдаем, но сталкиваемся с тем, что не всегда есть понимание, зачем они нужны, как их получить. И мы постараемся кратко, динамично, в прикладном ключе рассказать вам об этой нашей эксклюзивной услуге. Конечно, мы всегда были нацелены на деятельность, на поддержку деятельности наших предприятий в внешнеэкономической сфере. И наши инструменты, деловые советы, а их 23 у палаты с многими странами, начиная от Бангладеш, заканчивая Австрией, Украина, Индия, Италия,
Германия, мы можем говорить об этих площадках как уникальных площадках, где бизнес может озвучивать свои проблемы, находить партнеров, искать перспективные проекты. У нас 40 представителей в различных странах мира. От Мексики до Великобритании, от Индии до Сингапура. И мы, конечно, поговорим и об этом ресурсе. Это не наш ресурс, это ресурс ваш, уважаемые коллеги. Давайте вместе использовать этих людей во благо развития белорусского бизнеса. Более того, я скажу, что мы ведь только начнем вот этим первым сериалом наш разговор, а потом, я думаю, что мы вполне предоставим возможность и нашим представителям издалека, из той страны, где они аккредитованы, рассказать о текущей ситуации, о возможностях и перспективах. Нынешнюю ситуацию все называют форс-мажорной. Конечно, поводов для таких прилагательных сегодня хватает, но форс-мажоры – это в том числе тот документ или освидетельствование о обстоятельствах непреодолимой силы, то, что выдает сегодня палата. Мы уже говорили об этом. И продолжим этот разговор на очередном семинаре 19 мая, тем более, что совсем недавно, на днях, принят указ президента 143, по которому палата обеспечивает освидетельствование обстоятельств непреодолимой силы при исполнении договоров о госзакупках. Новая тема, но очень важная. А 20 мая, на следующий день, поговорим о товарном знаке. В чем его ценность? Как его сберечь? Я думаю, многие понимают его ценность. Но, к сожалению, мы повседневно сталкиваемся с определенным скепсисом, с определенным правовым нигилизмом. Давайте вместе будем регистрировать нашу интеллектуальную собственность, защищать, и это гарантия того, что белорусские бренды будут работать на разных рынках и долго. Экспертиза и оценка, почему имущество, почему надо обращаться в палату, это тема семинара 21 мая. И наши специалисты вам представят то, что мы делаем в этом направлении и какие у нас возможности. А 26-го вернемся опять к выставкам. Вернемся к выставкам потому, что существуют инструменты государственной поддержки. И в частности 412-й указ относительно новый. Он принят только в декабре прошлого года, но уже есть примеры, когда предприятия получили компенсацию. И мы с ними работаем, и мы хотели бы поделиться этим опытом, чтобы те, кто будут работать на выставках, я думаю, достаточно скоро изменится ситуация, смогли воспользоваться этим инструментом. Тем более, что в правительство мы уже передали план национальных выставок в 2021 году. Куда мы поедем в 2021 году? Давайте обсудим это вместе. А на заключение мы оставили, наверное, два самых интересных семинара. 27 мая он будет посвящен теме «Реестр добросовестных партнеров. Ваш персональный знак качества при бизнес-контактах». Это новая тема для палаты, хотя типичная для многих палат в различных странах. Мы это делаем так, чтобы каждое предприятие понимало. Попав в этот реестр, они получают дополнительную гарантию добросовестного партнера для всех партнеров за рубежом. Мы берем на себя определенную гарантию за каждое белорусское предприятие. И 28 мая поговорим о школе. О школе экспорта, которая уже 2 года работает в Белорусской торгово-промышленной палате. Проект уникальный. Он получил развитие, поддержку, а самое главное, он получил очень позитивные оценки, сделанные анонимно предприятия, которые приняли участие в этом проекте. Он масштабный, интересный, поэтому, я думаю, будет всем полезно послушать, что будет в этом году. А в этом году мы сможем выдавать диплом государственного образца о курсах повышения квалификации, диплом Министерства образования. Поэтому, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, я обещаю вам, что мы постараемся первые 10 серий нашего сериала сделать динамичными, полезными и уместными. Приглашаю вас к участию.
регистрируйтесь, задавайте вопросы по ходу наших семинаров, участвуйте в нашей работе. Давайте вместе будем реализовывать слоган Белорусской торгово-промышленной палаты «Успешный бизнес – сильная страна». Каждый успешный бизнес – это кирпичик в нашей экономической жизни, в нашем экономическом процветании во благо нашей прекрасной страны. Хочу пожелать вам всем успешной работы. Хочу пожелать вам сберечь ваш бизнес, сберечь ваше здоровье. Успехов вам, благополучия, поспехов бизнес, моцная краина.